В госуниверситете прошла первая благотворительная акция, которую организовал попечительский совет Сургутского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Умиления. Гостям показали спектакль «Аладдин». Месяц назад на заседании попечительского совета мы решили, что мы будем проводить серию таких благотворительных мероприятий для того, чтобы не просто привлечь деньги, а нужд там очень много, но и чтобы как можно больше людей вошло в круг помощников нашего женского монастыря. При монастыре начала работать воскресная школа для девочек «Радость моя». И сейчас очень много необходимо сделать и приобрести, чтобы обучение было интересным и полезным. И молимся, и строимся. Вот. Хочется сказать, что, конечно, нам нужно обязательно в этом году достроить корпус, поскольку остались мастерские, а это очень важно. В монастыре будут работать вышивальная, иконописная и пошивочная мастерские. Первые работы сестер монастыря представили на ярмарке фойе Сургутского университета. В монастырском подворье еще много задач. На стадии завершения строительства храма в честь иконы Божьей Матери Умиления сам комплекс необходимо обнести забором. Сургут – многонациональный город. И именно то, что сейчас такой непростой период, который горожане все ощущают, каждый на себе, вдруг пришла к нам вот такая святыня, защита нашей и государственности, и гражданственности, и нашего города. Я вообще считаю, что вера – это такой скреп, вот такая ценность, которую нужно в народе развивать. Звучала музыка, и зрительный зал замер. Началось волшебство искусства пантомимы. В канун Дня инвалидов издательский центр «Победа» подарил 60 билетов Сургутскому обществу глухонемых. Для них это был настоящий праздник. Все собранные средства пойдут на благоустройство и нужды воскресной школы при монастыре. Анна Максимова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.